Очередной ремонт, на этот раз левый шатун. Dior XT, дорогущий, новый. Человек выехал из дома и сразу сорвал резьбу. Вставили сюда немецкую бонку с левой резьбой. И посадили на немецкий лактайт. Но пока непонятно, уже неделя прошла, и лактайт почему-то снаружи до сих пор влажный. Соусность соблюдена, потому что все делалось на токарном станке. Вот такой лактайт из Германии человек заказал самый-самый крутой, самый дорогой. Почему-то не сохнет, пока непонятно. Установили педаль. Очень-очень плотно все это закручивается. Видимо, такая педаль, потому что китайская заходит практически со свистом. А это себе даже резьбу немножко перенарезало. Сейчас будем тестировать, как все это выдержит.